Меня зовут Кулючко Дмитрий, я являюсь одним из основателей и руководителей танцевальной школы Art People, также являюсь непосредственно преподавателем в этой школе. В Art People я 10 лет, с самого начала. В 2007 году мы вместе с Антоном Старченко то ли рискнули, то ли не рискнули, то ли мы уже знали, что мы делали. Сложно ответить на этот вопрос. Создали танцевальную команду, танцевальную школу, которую знают сейчас не только в Днепре, но и в нашей стране, и за ее пределами. Мы имеем то, что мы имеем сейчас. Люди творческие, мы люди искусства. То, чем мы занимаемся танцевальным творчеством, мы позиционируем наш танец. Тот продукт, который мы делаем, мы позиционируем как искусство. То бишь мы являемся людьми искусства. Здесь все просто, понятно, но в то же время очень глубоко и тонко. По танцевальному пути, по пути творчества я иду уже 20 лет, 10 лет мы работаем в формате Art People, танцевальной школы, в формате танцевальной команды. 10 лет назад я не видел себя таким, какой я есть сейчас, потому что я об этом, честно говоря, не задумывался. Мы делали то, что мы любили, мы прилагали к этому много усилий, и самое главное, нам это нравилось. И то, что мы имеем сейчас, это и есть результат вот этого труда, любви к тому, что мы делаем, и потраченному времени в залах, в разъездах, в тренировках, в мастер-классах, в фестивалях, выступлениях. Как я вижу себя через 10 лет, мне сложно ответить, как я вижу нашу школу. Я понимаю, что сейчас это только начало. Мотивацией и вдохновением для меня является все то, что меня окружает. Как бы это ни звучало, возможно, странно и необычно, это и есть Art People. Потому что Art People – это моя семья, Art People – это мои друзья, Art People – это мои родственники, Art People – это мои ученики. Вот все эти аспекты, все эти составляющие являются большим вдохновением для меня и тем элементом, который постоянно заставляет меня двигаться, прогрессировать, совершенствоваться и двигаться вперед вместе со всеми людьми, которые меня окружают на этом пути. Все очень просто. Ну, готовимся мы на протяжении последнего полугода, но помимо того, что мы готовимся, я об этом постоянно много думаю, я не знаю, хорошо это или плохо, обдумываю просто все детали, все моменты, как это будет, а как кулиса поднимется, а как люди придут, а вот как мы выйдем, как мы станцуем, как это все произойдет. Меня это постоянно тревожит, эти мысли, я об этом думаю. Что я жду от этого мероприятия? В первую очередь, хотелось бы подвести определенный итог того, что мы успели, что у нас получилось провести и сделать за эти 10 лет. На самом деле было очень много всего в организационном плане, в формате самого танцевального творчества. Хотелось бы вот подвести такой итог, показать все плоскости, разные векторы развития нашей школы, все это вместить в формат этого отчетного юбилейного концерта, дабы зритель увидел, насколько мы мощные, насколько мы дружные, насколько мы разноплановые, насколько мы профессиональные, насколько мы ответственные, насколько мы простые, классные ребята, которые любят делать то, что они делают. Хочу пригласить всех вас на наше юбилейное танцевальное шоу Art People 10 лет в деле, которое состоится 20 мая, ДК Металлургов, 17:00. Буду рад видеть каждого из вас, всех, кто знаком с нашим творчеством, всех ребят и людей, которые любят наш труд, ценят и уважают наше творчество, всех танцоров, всех творческих людей с нашего города и гостей. Приходите, приезжайте, будем рады видеть каждого из вас. Постараемся прокачать вас, удивить и порадовать своим творчеством. До встречи!